сидишь на трибуне, смотришь где-то на трибуне, и не просто получаешь информацию, а получаешь информацию в режиме диалога, и он отвечает на любые твои вопросы, что, безусловно, дает очень большой такой материал для работы. Безусловно, я пойду на конгресс, который будет двухдневный в октябре, поскольку ожидаю услышать еще что-то новое и рекомендую всем. Этот двухдневный курс даст любому хирургу-имплантологу, как начинающему, так и очень продвинутому, очень много информации, и не пустой информации, не каких-то, не какой-то статистики, а именно живая работа. Потрясающий специалист, потрясающий доктор, потрясающий лектор. Настоятельно рекомендуем всем желающим поднять свой уровень, посетить этот курс. В октябре 2018 года Денис Тарнов приезжает к нам в Москву. Это уникальная возможность посетить его. Никто не пожалеет. Данный курс в Москве, поскольку на нем будут освещены самые актуальные вопросы современной имплантологии. Будут предложены нестандартные решения в этой области. Я уверен, что любой посетивший этот курс останется довольным той информацией, которую профессор готов будет до нас донести. От курса Дениса Тарнова ожидаю новой информации, более углубленных каких-то моментов. Естественно, буду задавать вопросы. В Москву приедет Денис Тарнов. Рекомендую посетить этот конгресс. Спасибо.